В этом фильме хранится тайный смысл и тайное послание, но его нужно еще научиться разгадать. С первого раза можно даже не понять. Куб 1997 года. Это Грац. Режиссер Венченцо Натали. Изоляция, паника, ужас. Есть ли выход? Уникальный фильм. Николь Дебо, Ники Гаудини, Дэвид Хьюлетт, Эндрю Миллер и другие. Есть продолжение, вторая и третья часть. Ну, как бы почти третья. Куб Зеро. Все части были с нами просмотрены, и мы можем сделать уже свой вывод. Надеюсь, его сделаете и вы. Премьера в мире состоялась 9 сентября 1997-го. Во Франции просто какой-то огромнейший взрыв был. Столько зрителей давно никто не видел. 839 тысяч. Релиз на DVD был 20 апреля 2006 года от CP Digital. Значит, группа людей, которые никак друг с другом не связаны, неизвестным образом внезапно оказываются в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату. Единственная разница между комнатами – это их свет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения. Кто его придумал? Зачем? Инопланетные технологии? Какой эксперимент? Это тайна. Но вскоре... В общем, смотрите, друзья, все сами. Фильм получает от нас высокий балл. 8 баллов. Высокий балл? 8 баллов. Именно так. Куб 97-го года. Фантастика. Это точно про него. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы Grad Review, Яндекс.Зен. И welcome back.